Нет, ну давайте тогда зададим общий вопрос. Зачем давай. Мальчик влюбляется в девочку? Вот они встретились, и она ему говорит: так, слушай, я борщ умею варить, детей могу рожать, рот могу закрывать, работать могу там вместе с тобой, быть на равных, все буду делать так, как тебе хочется, мужчина. Пойдет, да, согласен, окей, все, там, семья и все прочее, да? Женщина – это ресурс. Не зря говорят, что женщина – шея, мужчина – голова. Куда шея повернется, туда пойдет голова. Откуда у вас появляется желание бороться, желание зарабатывать, все отдавать для своей семьи и заботиться, понимаете? Это вам дает женщина своим наполнением. Как я вам могу объяснить, что там такое происходит помимо флюидов? А когда вас надо только обстирать, обгладить, накормить и воспитать детей – ну, вы маму тогда можете найти, а не женщину, понимаете? Когда вы не маете, ребята, всем здорово, Саныч на связи. Я надеюсь, что только не меня одного тошнить при вот этих вот словах, да, типа, он должен стремиться, чтобы давать больше своей семье, своей женщине, да, вот стремиться зарабатывать, боже мой, как белка в колесе. Ладно, это все фигня, оставим, да? А что это за такие вот преимущества она продиктовала? Типа, я, говорит, умею борщ варить. Ну ладно, ладно. Вкусный борщ еще нужно уметь сварить. Ладно, пускай запишем в преимущество. Закрывать рот и рожать детей. Это что, ее преимущество, что ли? Ну, рожать детей, как бы, это природная функция, да? То есть, как бы, ну, там, она чисто, как бы, знаете, ментально там участие принимает. Как бы, да, я знаю, это тяжело, это напряжно, как бы, вынашивать. Вот это все, да, это все, я согласен, как бы. Но это же, как бы, не ее достижение какое-то, да? Это достижение одним перепихоном делается, как бы, я извиняюсь, да. Потом уже последствия, как бы, да, там она вынашивает, рожает, а, да, это больно, да, это... Ну, в общем, вы меня поняли, да. А закрывать рот, это вообще что? Это нет преимущества, что ли? Ни хрена себе, да? Охренеть. Окей, тогда пишу анкету, в анкете на сайте знакомств вот так вот. Меня зовут Александр, я умею кушать, какать и, я не знаю, и гулять ходить. Вот это все мои преимущества.